Поездка по Китаю стала очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом путешествии его попутчиками стали Михаил Иванов из Алматы, Майнур Клементьева с острова Сахалин и Иван Абаскалов из Сургута. В южной части Китая всегда неспокойно. Прибрежные города регулярно подвергались нападениям пиратов и были вынуждены для защиты от них строить высокие каменные стены. Деревни терроризировали банды разбойников. Строить вокруг деревень крепостные стены очень сложно и дорого. Китайцы нашли оригинальный выход. Они стали строить по принципу «мой дом, моя крепость». В юго-западной части провинции Фуцзянь каждая семья или клан народа Хакка живет в общем доме, больше похожем на крепость. В качестве строительного материала используют обычную землю. Первые земляные крепости появились в X веке. Их назвали Тулоу. Эти оригинальные по форме и технологии возведения сооружения оказались настолько прочными и удобными для проживания, что их строили вплоть до конца XX века. Тулоу бывают самые разные. Чаще всего встречаются круглые, по форме напоминающие бублик. Значительно реже можно увидеть квадратные, прямоугольные, пятиугольные, восьмиугольные или полукруглые. В туристической деревне Гаотоу собраны самые лучшие образцы величественных земляных зданий. В них еще продолжают жить. Построенные из обычной глины крепости почти неприступны. Внутри есть все, что необходимо для автономного существования на протяжении нескольких месяцев. Комнаты, как в общежитии, с выходом на общую лестницу. Храм предков. Амбары. В них раньше хранилось зерно. Сараи для скота, колодец. Кроме самых разнообразных по форме и размеру Тулоу, в деревне сохранились храм богини Гуанинь и огромные деревянные водяные колеса. Вход в деревню платный. Но жители некоторых Тулоу также нравятся немного подзаработать, продают сувениры. Да. Или напрямую вымогают чаевые, якобы за услуги по поддержанию чистоты. Что? Будете подметать за нами? Будет подметать? Все, взяли в плен. Здесь будем жить. Я не согласна. Что? Ничего не понимаю. Все, так оборзело. Так заплатили, да, уже. Все, мы дали. Заплатили. Дали мы вам. Это что получилось? Еще чего? Скажи, что нам нужно? Мы ей дали. Мы ей дали. Она совсем обалдела. Билетов-то нет. Where is tickets? Ticket. Where is tickets? Билет давай, тикет. He say. Tan, tan yuan, okay. We gave you 10 yen. Давай. Хватит. Мы дали. Да. Да.